После получения сигнала «Внимание всем!» необходимо включить радио, телевизор и прослушать сообщение. При получении информации о воздушной тревоге возьмите с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия. Перед уходом перекройте газ, электричество и воду. Плотно закройте окна и форточки, вентиляционные отверстия. Примите меры по защите продуктов, воды и пищи от возможного заражения. Укройтесь в ближайшем защитном сооружении, подвале, цокольном помещении здания, убежище.